Улыбчивого всем настроения, мой снеговик наконец-то готов. Я связала 50 сантиметров шарфика. Здесь я оставила ниточку для того, чтобы сзади аккуратненько сшить края шарфика. И еще я добавила снеговичку пуговички, деревянные сердечки красного цвета. И знаете, даже без шарфика, вот сейчас в таком виде, снеговик выглядит очень красиво. Ну, мне прям очень нравится. Даже можно оставлять так, не добавлять шарфик. Но все же, я его уже связала, так что давайте оденем шарфик и посмотрим, как снеговичок будет выглядеть по задумке автора. Посмотрите, какая получилась красота. Сразу новогоднее настроение появилось. Смотрится игрушка суперски. И знаете, шарфик очень дополняет и украшает. Игрушка сразу такая стала яркая, праздничная, новогодняя. В общем, теперь это прям моя новая любовь. И все-таки красный цвет сюда идет, ну, намного больше, чем бледно-желтенький. Ну, вообще не в обиду автору. Это мое личное мнение. Игрушка получилась настолько эффектная, что я даже не ожидала. Единственная проблемка – пряжка красненького цвета. У меня оставалась одна. Есть в других цветах синяя, голубая, но они сюда не подойдут. Красненькая пряжка оставалась одна. Деревянные пуговички, три последних тоже были именно в красном цвете. И получается, что такой снеговик в таком оформлении он будет в единственном экземпляре. Если будет повтор, то будет он уже смотреться по-другому. Или же в срочном порядке нужно заказывать красные пряжки и деревянные красные пуговички. Я их, кстати, брала, и пуговки, и пряжечки брала на AliExpress. Нужно посмотреть, не сгорели ли еще эти позиции, и возможно даже перезаказать, может, успеют побыстрее прийти, и я еще свяжу таких снеговичков еще. В общем, в снеговика я влюбилась, игрушка получилась обалденная. Но я вяжу сейчас все и сразу, и у меня еще параллельно идет два проекта. Пока я готовлю мастер-класс на тигренка, я решила связать еще и тигра-шарик. Кто помнит, мы с вами вязали свиношарика, и на его основе, ну, то есть по форме, по размеру этого же шарика, я решила сделать еще и тигра-шарик. Он у меня еще пока только в проекте. Будет он выглядеть вот так. Глазки, мне кажется, маловаты, но у меня есть и побольше. Я когда его весь свяжу и оформлю, я вам все покажу. Пока на этом этапе вот что у меня есть. Сюда еще нужны только ушки и все. Возможно, декор на шейку, но я не уверена. Он будет на веревочке, и это будет как елочное украшение, такой тигрошарик. Посмотрим, как он будет выглядеть у меня в готовом виде. И еще один проектик у меня готовится к Новому году. Это вот такая игрушечка будет. Это будет ангел, рождественский ангел.
Захотелось мне чего-то такого нежненького, новогоднего. И вот я разбирала новогодний декор, всякие веточки, бусики. И нашла вот такую елочку. Эти елочки я делала из фетра для моих маленьких мишек и зайк, которые я продавала к Новому году. Весной они у меня были с цветочками, зимой они у меня были с елочками. И вот одна елочка осталась. И я решила сделать игрушку, которую можно было бы дополнить вот такой елочкой. Я подумала, почему бы не сделать рождественского ангела. По задумке, я вам сейчас раскрою все секреты. Не знаю, что получится, но вы будете хотя бы знать, что я планировала. Так, у ангела есть вот такие волосики. Должно бы быть это вот так. У него будут ручки сшиты впереди, как у балеринки, в которые я добавлю вот так елочку. Ну и сзади будут вязаные белые крылышки. Вот так я себе представляю этого ангелочка. Не знаю, как получится, но, знаете, у меня такое настроение новогоднее. Поэтому я думаю, что должно получиться очень миленько. Единственное, по задумке должны были быть сапожки голубого цвета, сам ангел голубого цвета и на ручках, как варежки голубого цвета. Но я пока вязала, распускала много раз и забыла поменять цвет нити. Поэтому этот ангел будет как черновичок, как образец. А следующего я буду вязать и уже тогда сделаю ему голубое тельце. Ну, можно и не голубое, можно розовое. Там уже будет по ситуации видно, когда он уже будет готов, что больше ему будет подходить. Ну, а пока вот так. Так что к Новому году у меня будет еще как минимум 3 мастер-класса. Тигренок, который я сейчас готовлю, тигрошарик и ангел, если получится. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости, провели это время со мной. И я надеюсь, что я вам добавила немножко новогоднего настроения.